озимая пшеница с различными сроками сева. Это у нас раскишно. Это была посеяна 5 сентября. Норма высева была 4 миллиона. Это брак МВ-3714. Вот как раз этот посев немножко пострадал. Вегетативная масса пострадала. Это надор. Тоже вегетативная масса пострадала, но в целом надор перезимовал. И вот на данный момент выглядит хорошо с этим сроком. То есть я имею в виду, что по стеблестою, по самому посеву, как бы, ну, претензий нет, потому что выпадов нет. Вегетативная масса, конечно, пострадала, она здесь была очень мощная. Следующие делянки тоже большие. Этот срок, это у нас получается также раскишно, но уже 15 сентября. Такой вот, так визуально нам выглядит. Это МВ-3714. Надор. По стеблестою все отлично. И это уже у нас самый последний срок. Это уже 25-26 сентября. 4 миллиона. Ну, фаза кущения. Это надор. И также где-то 29 числа я посеял. Посеял с различными нормами. Это у меня норма где-то 2 миллиона озимую пшеницу. Ну, конечно, поздно, но все равно как бы можно посмотреть, как себя будет вести озимая в течение вегетационного периода. Это вот 2 миллиона. То есть здесь разные сорта. Честно скажу, не взял с собой записи. И сейчас не могу так вот визуально пока определить, где какой сорт. Но в целом визуально они особо так и не отличаются. То есть получается 2 миллиона, 3 миллиона. Даже визуально вот 2 и 3 миллиона особо и не отличишь. 2 и 3. Вот так, такой вот стеблестою 3 миллионов пшеничка только кустится из-за того, что поздно было посеяно. Так вот выглядит 2 миллиона. Посмотрим, как будут себя вести эти озимые позже.